Далее наша постоянная рубрика «Лица режима». И в ней сегодня Алексей Пиманов, руководитель пропагандистского телеканала «Звезда». И этим все о нем сказано. Пиманов устами огромного коллектива беспринципных лжецов врет вам про якобы СВО и зазывает на эту войну. Войну в один конец. Все больше россиян. Врет он вам, конечно, не за идею, а за большие грязные деньги. Доказываем это. Алексей Пиманов – один из ключевых российских менеджеров в сфере телепропаганды. В 1996-2010 годах генеральный директор телекомпании «Останкино». Талантливый пропагандист-коррупционер и лизоблюд по жизни и по призванию. Все, что происходит с людьми много тысяч лет, это бессмысленно. Абсолютно бессмысленно. Ты никогда не сделаешь этот мир лучше. Давайте говорить откровенно. Пиманов разрабатывает на российском телевидении патриотическую тематику. Обладатель премии Минобороны Российской Федерации, лауреат премии ФСБ, экс-член Совета Федерации от Республики Тыва, глава военно-пропагандистского медиахолдинга «Красная звезда», телеведущий передачи «Человек и закон» и документального цикла «Кремль-9». Почему так точно идут кремлевские куранты? Что находится внутри башен Кремля? Кто и как меняет лампы в кремлевских звездах? С начала полномасштабного вторжения в Украину затраты российского госбюджета на пропаганду постоянно растут. В 2024 году субсидия на обеспечение деятельности открытого акционерного общества телекомпания Вооруженных сил Российской Федерации «Звезда» увеличится на 1 миллиард 600 миллионов рублей и составит 3 миллиарда 100 миллионов. И это несмотря на низкие рейтинги проекта. Среднесуточная доля телеканала составляет 1,5%. Это плюс-минус 10 тысяч зрителей в сутки. Алексей Пиманов также бессменный ведущий передачи «Человек и закон». Долго мы с корреспондентами обсуждали одно резонансное уголовное дело. Пытались найти логическое объяснение тому, что случилось в Питере. В Российской Федерации, где запрос на правду очень велик и произвол правоохранительных органов и коррупция в судах рождают тысячи тем для расследования, заказать сюжет в «Человека-закон» стоит от 200 тысяч рублей. За деньги журналисты проекта готовы гарантированно оклеветать любого человека. Пиманов был режиссером и продюсером пропагандистского фильма «Крым», в котором оправдывается аннексия Крымского полуострова Российской Федерации. Это фильм, который... проект, который я уже полтора года последний вот делаю, и он очень тяжелый проект, потому что он очень сложно постановочный. Я думаю, что таких съемок по масштабу техники в кадре и так далее не было со времен Бондарчука-старшего. Бюджет этого фильма 6 миллионов 900 тысяч долларов. Рекордная сумма для Российской Федерации. Стоит отметить, что фильм изначально тянули за уши, накручивая рейтинги в Кинопоиске, российском интернет-сайте, посвященном кинематографу. «Крым» вышел в прокат 28 сентября. День премьеры представители Кинопоиска заявили о жалобах пользователей на взлом аккаунтов. В профилях десятков тысяч пользователей отмечали «Крым» как ожидаемую премьеру. Всем пользователям с подозрительными оценками было выслано письмо о возможности взлома. Когда рейтинг фильма очистили от накруток, стало очевидным, насколько высоко зрители России оценили творение Пиманова. Фильм «Крым» режиссера Алексея Пиманова стал худшим по рейтингу на популярном сайте «Кинопоиск». Днем в субботу подделку оценивают на 1,97. Ни один другой участник антирейтинга не сумел набрать меньше 2 баллов. Ближе всех к этому приблизилась «Блондинка в шоколаде». Одним из секретов рекордно низкого рейтинга стало то, что автором идеи выступил человек, проваливший до этого и более масштабные начинания Кремля. Это очень сложный проект. Его, не буду скрывать, идею выдвинул Сергей Кужугет-Шойгу, потому что он сказал, что нужно попробовать рассказать правду о том, что произошло в марте 2014 года. Вот так вот. Вот так вот. Не на этом камерваге. Вот так вот. Мы не пугаем людей. Сделайте так, чтобы вы устали в кадре, ладно? Испортите мне все. Главный принцип Пиманова – понять, какую грязную пропагандистскую ложь Кремль хочет залить в головы россиянам.
под это всегда выделяется хорошее финансирование. И тут главное вовремя отработать заказ. Художественная ценность произведения значения не имеет. Да и к тому же все прекрасно понимают, врать и одновременно делать шедевры невозможно. Кроме всех своих регалий, Алексей Пименов в 2022 году стал еще и заслуженным артистом Российской Федерации. Давайте посмотрим, что именно заслужил, а точнее заработал Пименов за свои 62 года. Квартиры, машины и бизнес-активы. Информация предоставлена проектом News Opposition. Это русские, которые против войны. Личные активы Алексея Пименова. Автопарк из 13 автомобилей. Range Rover, Mercedes, Audi, Lexus, Toyota, Mini. Общей стоимостью 101 миллион рублей. Недвижимость Алексея Пименова. Москва, улица Гашека, дом 2, строение 1, квартира 11, стоимостью 150 миллионов рублей. Также город Москва, улица Сергея Макеева, дом 1, квартира 33, стоимость 150 миллионов рублей. Москва, Висковский переулок, дом 3, квартира 26, стоимость 460 миллионов рублей. И снова Москва, улица Крылатская, дом 45, корпус 1. Квартира 47, стоимость 108 миллионов рублей. И еще одна квартира в Москве, проспект Вернадского, 119-200, квартира 22, стоимость 50 миллионов рублей. И, конечно же, коттедж на Можайском шоссе, стоимость 240 миллионов рублей. А теперь про бизнес-активы Алексея Пименова. Это предприятия, которые всегда готовы взять и выполнить любой кремлевский заказ. Открытое акционерное общество «Пименов и партнеры». За 2023 год выручка 503 миллиона рублей. Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Останкино». За 2023 год выручка 85 миллионов рублей. Открытое акционерное общество «Ода Фильм Продакшн». За 2023 год выручка 71 миллион рублей. Вам интересно, что ждет пропагандиста Пименова после смены режима? Сейчас Россию сравнивают с нацистской Германией, особенно если речь идет о пропаганде. Что стало с Йозефом Геббельсом, всем известно. Мы уверены, что российские политические комментаторы-пропагандисты, работники телевидения и радио однажды обязательно предстанут перед Гаагским трибуналом. Если им удастся попасть туда раньше, нежели сотни тысяч российских родителей поймут, что их дети сложили головы в Украине, будучи обмануты такими, как Пименов. Пока что Пименов включен в санкционный список стран Евросоюза, Великобритании, Канады, Украины, Швейцарии и Новой Зеландии, как пропагандист, который регулярно распространяет информацию о продолжающейся военной агрессии России против Украины, а также за поддержку действий и политики, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.